Мы продолжаем, и сейчас у нас начинаются питчи инвесторов. И первого я попрошу Николая Дмитриева. Да, тайминг 5 минут. И дальше 2-3 вопроса из зала. Так, Николай Дмитриев, руководитель департамента венчурных проектов Ростелеком. Ну, почти. Управление венчурными активами Ростелеком. Значит, я вам коротко расскажу про корпоративные венчурные фонды и чем они отличаются от классических венчурных фондов и, собственно, то, чем мы занимаемся. Соответственно, понятно, что отличием является то, что якорный инвестор таких фондов — это обычно крупная корпорация, которая имеет там свои активы, свои технологии, свои клиентские сегменты, свои там, множество контрактов, активов и так далее. Соответственно, для больших корпораций интерес в общении с такими быстрорастущими участниками рынка состоит в том, чтобы в конечном итоге для себя обеспечить, скажем, поглощение вот таких инновационных там, технологий, идей, продуктов и сервисов. Соответственно, внутри большой структуры это сделать достаточно сложно по понятным причинам. Соответственно, инструментом для того, чтобы общаться с динамичными бизнесами и командами, которые развивают новые продукты, это является обычный механизм венчурного фонда. Соответственно, что дает такой венчурный фонд? Как правило, здесь есть две такие ключевые опции, которых нет у других фондов. Первое — это синергия с основным бизнесом корпорации. Соответственно, венчурный фонд, помимо денег и профессионального управления, профессионального участия в росте бизнеса вашего как партнер, также может обеспечивать связь с корпорацией и, например, там, запуск пилотных проектов или доступа к технологической экспертизе внутри корпорации или развитию бизнеса, там, потенциальному запуску партнерской программы, если это находится в интересах и вас, как предпринимателей и корпорации с точки зрения ее там, стратегических планов по развитию новых рынков или по улучшению каких-то продуктов или по оптимизации каких-то решений. Соответственно, вот эта часть, которую мы обычно называем add value или там smart money, в корпорациях она в себя включает еще дополнительную вот эту связь с большой крупной организацией, как бы помогая вам получить доступ ко всем фактически этим ресурсам. Это первая отличительная особенность, которая, в принципе, потом как раз и конвертируется в деньги. Ваши и, соответственно, фонды. Вторая часть — это, соответственно, стратегическая покупка или, точнее, ее возможность. Соответственно, венчурный фонд дает вам некоторые денежные средства там, от миллиона до 10 долларов, с тем, чтобы вы прошли еще несколько этапов своего развития, и там, скажем, на раунде A, B доросли до более высоких показателей и другого уровня развития компании. Когда вы уже стали большим бизнесом, при этом у вас есть какие-то партнерские отношения с той или иной корпорацией, соответственно, корпорация заинтересована в том, чтобы поглотить этот бизнес. Соответственно, M&A-подразделение может купить весь бизнес целиком, когда он уже покажет существенные финансовые показатели и будет прогнозировать его денежный поток или для корпорации решит, например, вопрос, скажем так, захвата какого-то сегмента рынка или дополнительного рынка. Соответственно, то, чем занимаемся мы создаем в Ростелекоме как раз венчурный фонд корпоративный, который будет заниматься ровно этим. Соответственно, мы уже сейчас занимаемся подготовительной работой по построению партнерских отношений с Ростелекомом, по запуску и по отбору проектов. Соответственно, мы приглашаем вас к сотрудничеству и будем рады, если с кем-то сложатся долгосрочные отношения. Спасибо. Спасибо. Традиционно первый вопрос от меня. Первое. Считается, что очень медленно идет рассмотрение заявок именно в корпоративных фондах. Является ли это минусом? Второй вопрос. На примере Google. Есть Google Ventures, есть внутреннее подразделение M&A, как вы правильно сказали.
которые рассматривают именно поглощение для синергии с компанией. В то же время Google Ventures рассматривает проекты, даже не связанные напрямую с бизнесом. Вот будет ли ваш венчурный фонд рассматривать только проекты, синергичные бизнесу Ростелекома? Так, много вопросов, постараюсь ответить. Значит, первое, с конца, наверное. Значит, чем отличается M&A от венчурного фонда и инвестиций? M&A, как правило, покупает уже готовый сегмент рынка, готовый бизнес или готовое решение. Соответственно, венчурный фонд вкладывает на том этапе, когда еще есть большой потенциал к росту. Соответственно, мы зарабатываем именно на росте стоимости компании. Если говорить про сегменты, комплементарность к бизнесу Ростелекома, на самом деле даже бизнесы, которые напрямую пока не связаны с основным бизнесом телекомовского направления, они также представляют для нас интерес. Соответственно, венчурный фонд вкладывает как в какие-то прорывные технологии, как в технологии новые, ранее не использованные телеком-оператором, с целью того, что это будет достаточно объемный бизнес, на котором мы сможем дополнительно заработать. Соответственно, наша инвест-стратегия, она как предусматривает комплементарность к основному бизнесу с точки зрения улучшающих технологий инноваций, так и с точки зрения прорывных технологий в каких-то новых сегментах, таких как там умный дом, финтек, эдютек и так далее. Соответственно, там достаточно широкий спектр, который, в принципе, покрывает все интересы там, IT общего направления. С точки зрения скорости, да, действительно, здесь не секрет, что корпоративные венчурные фонды, они обычно медленнее, если говорить про бенчмарк с рыночными фондами частными, у которых бизнес-процессы и скорость принятия решения обычно выше. Это и понятно, потому что, опять же, например, там, скажем, оценить потенциал синергии с компанией какой-то конкретной, провести ее экспертизу, порой на уровне корпорации и взаимодействия с корпорацией это, скажем так, значительно выше сроки, чем если мы это делаем там, с независимыми экспертами, как делает это обычный частный венчурный фонд. Поэтому, ну, наверное, да, это есть однозначно, и это мировая, собственно, особенность, и она продиктована, собственно, логикой бизнеса. Поэтому можно на полтора умножать там, те бизнес-процессы, ваши ожидания, которые у вас есть, если вы их сравниваете с венчурными фондами частными. При этом, если мы говорим про корпоративные венчурные фонды, то они все тоже живут своей жизнью, и в этом смысле их скорости, они одинаковые. Вот. С этой точки зрения это есть и плюсы, и минусы. То есть, если вам нужны совсем быстрые деньги, то, наверное, там, может быть, там, взаимодействие с частным фондом будет, скажем так, быстрее по времени. При этом я говорю, что взаимодействие с корпоративным венчурным фондом с учетом его стратегии, оно может принести значительно больше плодов именно в долгосрочной перспективе. Поэтому, может быть, даже стоит разбить этот этап привлечения денег на два раунда. И, например, сначала привлечь частные деньги, если вы находитесь на более ранней стадии, и уже потом с готовым решением, с понятным продуктом прийти уже в корпоративный венчурный фонд, ожидая принятия решения там, в горизонте там, 4-6 месяцев. Если там, по сравнению с частным фондом, который может, в принципе, при супервысоких скоростях и там полном взаимопонимании там за 2-4 месяца это сделать. Область интереса фонда очень широкая. Почему я говорю, что это IT во всем его проявлении? То есть это нас, потому что мы можем делать как сделки корпоративные, то есть которые входят в зону интересов Ростелекома, так и сделки с чисто финансовым, скажем так, интересом. Поэтому глобально, если говорить про Ростелеком и его присутствие, оно практически там все зоны интернета покрывает. То есть вот я до этого работал там в фонде Простор Капитал частном, айтишном, в РВК, и все те сделки, которые проходили через там, РВК, через Простор, они все попадают практически также в зону интереса фонда Ростелекома. Зона интересов лишь добавляется тем, что мы можем обеспечивать дополнительно еще и некие партнерские программы с Ростелекомом.
Также есть еще один приоритет, о котором я не сказал, это импортозамещение. В последнее время это стало тоже достаточно актуальной темой, и надо сказать, что Ростелеком сам закупает на 6 миллиардов долларов в год как заказчик. Поэтому внутри этих сегментов мы также рассматриваем отдельные там проекты, которые могут заместить, например, там, международных каких-то поставщиков решений. Наш фокус больше направлен на раунд А и раунд Б, то есть это скорее уже существующие бизнесы, то есть это скорее сначала нужно пройти акселерацию, потом сделать некий seed раунд от желательно рыночного и профильного инвестора, и на раунде А мы уже будем рады сотрудничеству. Спасибо большое. Сейчас я приглашаю Алексея Кострова, руководителя Moscow Seed Fund. Да, Алексей расскажет про софинансирование с другими фондами. Добрый день, меня зовут Костров Алексей, я возглавляю Московский пассивной фонд. Мы на рынке 2 года, соответственно, совместно с частными инвесторами и пассивными фондами мы готовы финансировать проект на самых ранних стадиях. Фонд был создан Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства как раз для того, чтобы стимулировать активность инвесторов на стадиях, когда проект еще очень тяжело получить деньги там, у классических венчурных фондов и каких-то там классических финансовых институтов. Схема достаточно простая. Мы отбираем на конкурсной основе частных инвесторов. Это могут быть как пассивные фонды, так и бизнес-ангелы. На первом этапе мы отбирали все-таки людей, которые имеют определенную репутацию, достаточно там, скажем так, сделали какое-то определенное количество сделок, достаточно много поработали в этой теме. И если этот инвестор принимает решение об инвестиции в конкретный какой-то проект, то фонд готов присоединиться. Инвестор может входить как в equity, так и в виде займа. Мы даем срок займ на льготных условиях. На сегодняшний день ставка 1,5 ставки рефинансирования ЦБРФ, 12,375. Соответственно, 2 года льготный период, то есть для предпринимателя это по-любому льготные деньги. И дальше он может договориться с инвестором, либо он эту долю потом выкупит сам, погасив займ, либо там часть этой доли возьмет инвестор. Таким образом, для инвестора получается, что есть некое плечо, некий, так сказать, возможность профинансировать большее количество проектов, а для нас есть определенная частная экспертиза и какие-то частные компетенции, которые мы не держим у себя, а ориентируемся на инвесторов. На сегодняшний день у нас 30, ну вот, значит, как мы отбираем инвесторов, это он должен иметь свои собственные деньги, то есть мы хотим, чтобы он инвестировал, а не упаковывал проекты для следующих инвесторов. Иметь опыт осуществления инвестиций, иметь определенную репутацию. Это может быть как российское юридическое лицо, так и зарубежное, в том числе и физическое лицо также. Соответственно, отдается займ предпринимателю. Предприниматель получает эти деньги на 3 года, 2 года льготный период, он ничего не платит. За 3-й год он должен нам выплатить эти все деньги. Максимальный размер займа на сегодня, который мы даем, это 8 миллионов рублей. Средний чек у нас получается в сделке 6 миллионов рублей. Что еще, значит, на 3 года может быть погашен досрочно, может быть погашен третьими лицами. Что у нас на сегодняшний день есть? 62 заявки на получение инвестиционного займа мы рассмотрели, в основном это сфера информационных технологий, интернет, мобильные приложения, геолокация, ну все что угодно связано с IT. У нас только 3 проекта связаны с железом. Мы очень рады бы расширить этот спектр, поэтому будем рады, если какие-то проекты, в том числе присутствуют здесь в аудитории, совместно с инвесторами придут к нам, и мы сможем их профинансировать. Одобрили мы 30 проектов, профинансировали уже на сегодняшний день. 30-ю сделку мы делаем как раз на этой неделе. Аккредитованных инвесторов у нас на сегодняшний день 28 человек. Ну, активных таких вот, здесь еще 15, уже вот еще там 2 активных, там 17 человек. Все активные, это те, кто нам принес уже не одну сделку, а 2-3 и так далее. Соответственно, схема такая, то есть вы открываете наш сайт, смотрите список инвесторов, которые там есть, там достаточно много людей известных на рынке. Общаетесь с этими людьми, достигаете договоренности об инвестировании этого человека или этого фонда в ваш проект, после этого вместе приходите к нам, и если у вас есть консенсус в понимании того, как вы эти инвестиции расходите, по какой оценке этот инвестор входит, мы присоединяемся к своим займам в размере 8 миллионов рублей. Если у вас есть потенциальный инвестор, который готов войти в ваш проект, но он не в числе наших аккредитованных, он может прийти к нам аккредитоваться. Мы достаточно регулярно проходим
проводим конкурсные отборы, на которых отбираем новые инвесторы, пассивные фонды и, соответственно, физические лица бизнес-ангелов. Поэтому вот мы уже провели таких 3 конкурсных отбора, и постепенно там с 10 человек, когда мы начинали, у нас было 10 инвесторов, 10 ангелов, сейчас вот уже 28. Соответственно, процедура достаточно простая, в общем, ориентация в принятии решения на инвестора. По срокам, ну, самая быстрая сделка, которую мы сделали, это заняла на 3 недели. То есть я думаю, что вполне такая, от момента, скажем так, подачи заявки до, так сказать, выдачи денег. Среднее время подготовки сделки составляет 2 месяца. Ну, работаем мы в режиме такого, как бы, онлайн, да, то есть, соответственно, можно обратиться, ну, неправильно сказал, наверное, онлайн, сейчас автоматизацией занимаемся, но это, наверное, дело будущего. То есть постоянно, как бы, прием заявок, постоянно рисмарин, где-то раз в 2 месяца мы делаем экспертный совет, и постоянно заключение договоров и выдача, как бы, инвестиций, денег. По возвратности пока сказать сложно. Мы надеемся, что большинство из наших проектов покажется успешным, несмотря на то, что статистика по пассивному инвестированию не в нашу пользу. Тем не менее, мы надеемся, что сейчас весь наш портфель, все компании работают, у всех есть какие-то достижения, пусть не очень большие, и все, как бы, так сказать, достаточно целенаправленно двигаются к своим целям. Вот, наверное, вкратце все. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Нет, дополнительно. Мы не требуем гарантии поручительства непосредственно как от физических лиц. Мы понимаем, что это наш риск, и есть вероятность того, что проект обанкротится и не сможет выполнить обязательства. Если проект, ну, скажем так, не смог достичь того, что он достиг, и не имеет возможности погасить займ, это наш риск, это наша потеря. Соответственно, теряя деньги инвестор, теряем деньги мы. По поводу термшита, который к нам приносит, ну, мы стараемся, у нас приносит свой термшит, с которым обычно работает инвестор. Ну, иногда мы какие-то вещи дополняем, но чаще всего мы ориентируемся на те документы, которые составляет инвестор. Потому что у нас много разных инвесторов, у всех свои привычки, мы все-таки делаем так, что мы к ним, ну, как бы, помогаем скорее, нежели там пытаемся их подстроить под свою систему. То есть как гарантию от инвестора? Гарантию мы не требуем, нет. Спасибо. Так, Любовь Симонова, Алмаз Capital Partners. Здравствуйте, меня зовут Любовь. У меня такая странная тема сегодня, на которую меня попросили рассказать, хотя, может быть, я и про Алмаз с большим удовольствием рассказала бы вам. Итак, кто такой entrepreneur in residence? Кто-то слышал, кто-то не слышал, что это такое, но такие люди есть. У нас в фонде даже есть 2 таких человека. Кто они такие и является ли это работой Interpreter in Residence? Впервые эти люди появились в венчурных компаниях в Америке. И появились они потому, что было необходимо помогать венчурным капиталистам в каких-либо компетенциях, связанных с новыми развивающимися инновационными рынками. Что они делают? Они, во-первых, при отборе проектов помогают той или иной своей компетенцией выбирать. Второе, они помогают проводить due diligence, то есть есть достаточно узконаправленные ниши, в которых партнеры фонда не всегда разбираются на должном уровне. Соответственно, entrepreneur in residence, к сожалению, русского аналога названия нет, поэтому я буду... Нет, я, конечно, могу говорить, это предприниматель в резиденции, но это достаточно смешно получается, хотя почему нет? У нас, кстати, согласно закону, нынче запрещено использовать американские и другие заимствованные названия. Поэтому все равно будет entrepreneur in residence, буду нарушать законодательство. Так вот, есть узкоспециализированные ниши, ну, те же, я не знаю, на стыках рынков. И именно стыки разных рынков очень серьезно развиваются там, в последние 20 лет.
Партнеры, которые строили фонды там, изначально, это были достаточно широкие рынки, и когда пошли стыки, нужно было нанимать людей, которые разбираются. Соответственно, предприниматель как таковой, он не пойдет на фулл-тайм работать в фонд, потому что это ему неинтересно. Предприниматель должен все время предпринимать и что-то делать. Поэтому, с одной стороны, они как консультанты, а с другой стороны, они продолжают накапливать свои компетенции по построению бизнеса. И третья такая вот весомая, скажем так, нагрузка – это мониторинг и управление уже существующими портфельными активами. Ну, допустим, опять-таки, вводились они при развитии стыковых вот этих вот рынков, когда компании начали развивать новые направления, и компетенции у них не было. Опять-таки, предприниматель, он не пойдет на фулл-тайм в какую-то не свою компанию. У него другие мозги, он по-другому думает. На текущий момент уже понятие interpreter in residence существует в бизнес-школах, в университетах, в корпорациях. Для чего корпорации такой предприниматель? Жизнь в какой-то момент корпоративных работников и корпоративного бизнеса, взгляд замыливается, и деятельность, это бегание в колесе и невозможность из него выпрыгнуть. Корпорации нанимают таких предпринимателей, чтобы, привлекают к работе и называют их entrepreneur in residence в конкретной компании, чтобы дать новое видение и, новую струю жизни в работу корпорации. Это, бегает человечек в колесе, бегает, приходит предприниматель в резиденции, так берет его за руку и оттуда так выдергивает и говорит: вот посмотри, вот ты бегал в колесе, все, конечно, замечательно, но давай посмотрим все-таки по сторонам, и твое колесо можно разобрать и сделать из него не колесо, а еще что-нибудь. Соответственно, корпорации стали вводить. Зачем в университетах и бизнес-школах такие предприниматели? Здесь они выступают больше как менторы и коучи для слушателей программ. Опять-таки, не каждый преподаватель просто может внести узкоспециализированные какие-то знания нишевые. Вот, соответственно, вот эти предприниматели идут на такую должность. Оплачиваемые, неоплачиваемые? Нет. Это предприниматель зарабатывает деньги совершенно другими способами, и это, нагрузка на этого предпринимателя. К нам можно идти всеми возможными способами, можно ловить любого из членов команды на мероприятиях, можно, писать, и даже общий адрес мы тоже читаем, там, presentation Almas Capital, можно идти к нашим entrepreneur in residence, это Саша Андреев в Санкт-Петербурге и Говердовский, он в Москве. Допустим, Саша Андреев нас спасает, чтобы мы все время в Санкт-Петербург не мотались, он спасает, встречаясь с проектами, которые нам уже интересны, непосредственно в Санкт-Петербурге. Приходить можно любым способом. Регионы приходят в почту, звонят, любой телефон члена команды можно найти в два клика. Мой точно. В общедоступном, интернет-пространстве и Сашин, и можно позвонить вообще в офис, можно написать нам. У нас, у всех доступные электронные адреса.
Нет, у нас никто из них не основатель портфельных компаний. По-разному. Ну, то есть сказать там, вот говоря про «Алмаз», мы не инвестировали вот в компании этих интерпренеров. По-разному. Ну, то есть я думаю, что 50 на 50, если брать. Это не обязательно. То есть если мы говорим о бизнес-школах, это вообще менторинг и коучинг. А сейчас я приглашаю Павла Лисовского, Росинфокоминвест. Он расскажет о возможностях получения, по сути, кредитного плеча. Один к одному. Ну да, сейчас я немножко подробнее про это расскажу. Добрый день, меня зовут Павел Лисовский. Вообще говоря, фонд Росинфокоминвест, он функционирует под управлением компании «Лидер». Соответственно, я являюсь сотрудником этой компании. У нас, вообще говоря, два венчурных фонда, но сегодня непосредственно, так как, наверное, основная часть аудитории находится на ранней стадии, я расскажу про интересный продукт Росинфокоминвест. Значит, если кратко, это фонд размером 50 миллионов долларов, который инвестирует исключительно в IT. Так, сейчас я быстро раз. Так лучше? Ладно, супер. Спасибо, что откомментировали. Значит, фонд Росинфокоминвест, он сфокусирован исключительно на IT-компаниях, соответственно, причем на ранних стадиях. Хотя, судя по инвестиционной вилке, она между 8 и 100 миллионами рублей. В принципе, наверное, и более-менее стартаперские команды уже с выручкой вполне себе могут туда приходить. Как он функционирует? На самом деле фонд не совсем, скажем так, классический. Он скорее, наверное, даже похож на то, что из себя представляет фонд пассивных инвестиций РВК. То есть у нас есть система партнеров. Партнерами у нас становятся, скажем так, компании, которые так или иначе могут сказать, что они являются айтишными инвесторами. У нас есть некоторые критерии на то, кто может стать партнером, но в принципе они в последней редакции достаточно лайтовые. И после того, как партнер аккредитуется, он может приносить проекты. Условия инвестиций очень интересные, они в чем заключаются? Во-первых, мы инвестируем 50 на 50 вместе с партнером. То есть партнер дает 50% денег, мы даем сверху еще 50%. Но самое вкусное, что можно про это все сказать, это то, что долю Росинфокоминвеста в проекте партнер, либо команда, либо совместно, либо порознь имеют право выкупить за инвестицию плюс 5% годовых. То есть это очень низкая ставка, и, конечно, тут, на мой взгляд, данный продукт, он крайне интересен, и, в принципе, он не так давно начал функционировать именно на полную катушку, поэтому рекомендую с ним ознакомиться. То есть я считаю, что очень интересно. Исходя из размеров, мы хотим сделать порядка 20, наверное, 40 все-таки сделок, исходя из последнего среднего чека, который приходят к нам за инвестициями. Это достаточно много, причем сам фонд, он, наверное, здесь выступает, опять же, именно в роли такого прям, по сути, кредитного плеча, поэтому активно в управлении стартапом не участвует. Наверное, это все идет скорее на откуп партнеру, да, то есть партнер, который принес проект и вместе с ним участвует в этой истории, он уже сам структурирует свои отношения со стартапом. Есть несколько такая необычная структура. Дело в том, что сами деньги — это деньги Минкомсвязи, поэтому они, при написании всей этой истории, она была достаточно давно, была сконструирована некоторая структура, которая, по крайней мере, сейчас является обязательной. Мы работаем над тем, чтобы это как-то изменилось, и, возможно, уже в конце лета, в середине осени мы сможем это изменить, но пока так. Значит, создается ЗАО. Есть партнер и проект, основатели проекта, они создают холдинговую компанию. Либо не создают, она уже существует. То есть партнер, грубо говоря, инвестирует в холдинговую компанию, у которой есть проект. Дальше под ними создается ЗАО, и именно деньги Росинфокоминвеста заходят в ЗАО. ЗАО становится затратным центром, и оттуда уже осуществляются косты по развитию проекта. Единственное ограничение такое существенное на трату этих костов, это, конечно же, неправильно эти деньги тратить на закупки именно чего-то материальных, основных активов. Потому что
Ну, согласитесь, то есть если у вас, допустим, интернет-магазин, да, то есть получить кредит под 5% годовых, это, наверное, ну, это очень интересно, но здесь прослеживалась бы некоторая несправедливость. То есть затраты — это зарплаты разработчиков, это услуги сторонних организаций по продвижению проекта, ну, что угодно. Еще раз повторюсь, то есть главное не закупать, не строить на эти деньги ЦОДы, ну, и не вкачивать их в оборотку по основным активам. Вот. Ну и так как время ограничено, я, наверное, кратко хотел бы сказать, что ну вот немного про компанию «Лидер». То есть «Лидер» — это самая крупная управляющая компания в России. Вот. В основном управляет пенсионными деньгами. Всего там больше 450 миллиардов рублей было в декабре 2013 года. Вот. Очень доверительные, надежные, хорошие. И у нас, да, есть второй фонд. То есть если первый фонд, он, наверное, он такой вот имеет своеобразную структуру, нам обязательно нужен партнер, то во втором фонде мы действуем абсолютно самостоятельно, он коммерческий. И если говорить о IT-проектах, то, в принципе, мы, конечно, нацелены скорее на проекты, которые уже обладают выручкой, и ну, как бы сама бизнес-модель, она каким-то образом отвалидирована. Желательно, чтобы в ней, конечно, какая-нибудь технология была. То есть наша там одна из важных составляющих для нас, мы думаем, верим, что капитализировать технологию, наверное, менее рисково, чем капитализировать там абонентскую базу, которая там, в общем-то, может получится с них деньги получить, а может и не получится. Вот, Все? Да? Ну все. Да, спасибо. Вопросы? Ну, собственно, это все делается в юридической букве, то есть заключается соглашение акционеров между... А в российском законодательстве это может быть принудительно исполнено? Ну, это хороший вопрос. На самом деле, тут как бы вы на самом деле задаете вопрос, работает ли российское законодательство. Ну, наверное, это правильный вопрос не ко мне, а к российскому законодательству. В российском законодательстве предусмотрены все пункты, которые обеспечивают это право. Вот если кто-то, конечно, начинает вести себя некорректно, но зачастую... Законодательство, кстати, находится на стороне физиков и на стороне граждан, нежели на стороне компаний. Здесь есть холдинговая компания. Ну, безусловно, безусловно. Просто, ну, еще раз повторю, что... В английском праве есть такая возможность, Но вы можете идти в суд, и дальше решает суд. Ну, а как вы еще вынудите? Ну, там, ну, конечно же, утяги, паяльники, время их закончилось. Ну, то есть свобода договора. Вопрос в чем? Вопрос ваш в чем? Каков юридический механизм? 3 года в России ищут юридический механизм принудительного исполнения права на выкуп акций в ЗАО. Нет, прецедентов, конечно же, не было. Это у нас, по крайней мере, во-первых. Хорошо. Во-вторых... В случае конфликта акционеров, то есть, скажем так, если компания начинает сильно проседать по всяким выручкам и так далее, у нас... Существует конфликт интересов акционеров. Например, в назначении исполнительного директора. Ну, даже ситуация 50/50, эта ситуация решается. А как вы представляете себе ситуацию 50/50, если у нас всего 5 голосующих голосов? Еще раз. 50% а, уже закончилось. Схему можно? Можно. Можно схему? Ну, еще раз, если... Да, краткое. Значит, компания управляется советом директоров. То есть, в принципе, там все относительно стандартно. Отлично. Росинфокоминвест не входит в капитал проекта. Росинфокоминвест входит в капитал ЗАО, который является затратным центром и 100% дочкой. Давайте, вопрос. Рынка всего 3 года. 3 года рынок стоит на этом. Нам нужно продолжать. Спасибо большое, Павел. Спасибо. Итак, Василий Сизов, фонд Сколково. Да. Добрый день. Я сегодня немного расскажу о грантах Сколково. Он, к сожалению, в очень кратком формате. Раз, слышно? Отлично.
Так, собственно, начну с того, где найти информацию по тому, как получить гранты и какие требования фонд предоставляет. Вот, часто бывает достаточно сложно найти на сайте, собственно, заходите в раздел «Фонд», там нормативные документы. Вот, грантовая политика описывает требования грантополучателям и регламент взаимодействия структурных подразделений, собственно, сам процесс. Вот, вы всегда можете обратиться к этим документам. Какие гранты мы даем? Мы разделяем, собственно, гранты мы даем на проекты, для реализации проектов, и разделяем проекты на различные стадии. Собственно, нулевая стадия, стадия идеи, гранты до 5 миллионов рублей, требований к соинвестициям у нас нет. Однако, вот, по крайней мере, что касается IT-кластера, мы приняли решение давать такие гранты только победителям различных конкурсов технологических. Далее, первого, второго, третьей стадии проекты мы даем гранты. Собственно, первое, до 30 миллионов рублей грант дается на реализацию, на проверку реализуемости идеи. Как правило, по результатам этой стадии для проекта создается техническое задание, архитектура, и проверяется реализуемость. Мы требуем 25%, чтобы вошел соинвестор, и даем 75%. На второй стадии, это, собственно, стадия создания альфа-версии, до 150 миллионов рублей и 50 на 50 предоставляем грант и требуем столько же с инвестиций. И на третьей стадии, продвинутая стадия, третья стадия, мы даем до 300 миллионов рублей и требуем 75% вклад соинвестора. Причем отличие первой и второй стадии от третьей в том, что на третьей стадии мы требуем, чтобы соинвестором был крупный венчурный фонд, либо крупный стратегический инвестор, а на первой и второй стадии это может быть просто физлицо, учредитель, либо материнская компания, если это спин-офф. Вот, собственно, о процессе. После того, как вы стали резидентом Сколково, вы имеете право подать заявку на грант. Можно подавать заявки круглый год, с этим никаких ограничений нет. Деньги у фонда есть, гранты выдаем, ничего не предвещает, все хорошо в этом плане. Собственно, весь процесс получения гранта будет курировать ваш проектный менеджер, то есть каждому проекту прикреплен проектный менеджер, который подскажет, как правильно оформить заявку, на что обратить внимание и так далее. Собственно, начинается все с подачи заявки, которую рассматривает IT-кластер, ну, если мы говорим про IT. Затем, если кластер одобряет заявку, вы готовите грантовый меморандум, подаете грантовый меморандум, он рассматривается службами фонда, службой безопасности, финансовым департаментом и так далее. И проходит внешнюю экспертизу. И после этого вы выходите на грантовый комитет. Обычно весь процесс чемпионы добегают за 4 месяца, но так в целом, в среднем, наверное, это где-то полгода длится. Собственно, как выглядят документы? Грантовая заявка – это 7-10 страниц презентация, она достаточно в таком вольном формате, то есть нужно выдержать структуру, но в принципе можно дополнять ее необходимой информацией. А грантовый меморандум – это уже 35-страничный документ, достаточно весомый, который будут рассматривать эксперты, внешние эксперты. Он уже в жестком формате. Собственно, требования к грантополучателям. Первое – соответствие форсайту. Это приоритетное направление, проекты, соответствующие которым мы поддерживаем. Вот здесь краткий перечень, вот на сайте можно там их более подробно посмотреть, там развернуто. Второе, это, пожалуй, то, чем наш фонд отличается от многих других, мы требуем действительно наличия научно-технической новизны, причем на международном уровне. То есть это могут быть новые мат-модели, новые алгоритмы, новые способы обработки данных, способы хранения и так далее. Третье, конкурентоспособность на мировом рынке. Мы не являемся, так скажем, закрытым отечественным фондом. То есть мы смотрим на то, чтобы проект действительно мог выйти на международный рынок и конкурировать на нем. Поэтому мы хотим посмотреть международных конкурентов. Далее, наличие потенциала коммерциализации на мировом рынке. Опять же, мы не ориентируемся только на российский рынок. И пятая команда с наличием опыта международной коммерциализации. Но это требование, в принципе, есть и при получении статуса резидента. Пример грантополучателя достаточно яркий. Собственно, ребята разработали продукт для моделирования разработки нефтегазовых месторождений. Собственно, научно-техническая новизна в том, что они первые начали использовать параллельное программирование и используют полный потенциал многоядерной архитектуры. Как результат, их продукт способен в 10-20 раз быстрее проводить расчеты, моделировать различные варианты разработки месторождений. Но, собственно, как вариант уже куча контрактов, Лукойл, British Gas, Газпром нефть и так далее. Собственно, ребята стали успешными. И как раз выполнены все те требования, которые у нас есть. Пожалуй, на этом все. Спасибо.
Да, объяснение есть. В принципе, поток проектов стал чуть меньше. Такое ощущение, что собрали основную массу проектов вот за последние 3 года, и сейчас просто и поток упал, и чуть-чуть упало количество грантов. Но если посмотреть на соотношение количества заявок, количество проектов, оно примерно сохраняется. Спасибо. Следующий у нас выступает Денис Прянченков, Московская биржа, IP-аборт. Да, добрый день. Я представляю Московскую биржу. Уже сегодня Антон Епифанов рассказывал про IPO. Я чуть-чуть повторюсь. В принципе, связь с венчурным рынком существует. Для стартапов задумываться о публичном рынке – это нормально. Да-да-да, пожалуйста. А для стартапов нужно задумываться о публичных рынках и об IPO уже на самом раннем этапе. И, как правило, правильное структурирование компании, ее бизнеса позволяет в дальнейшем максимизировать стоимость. То есть выход венчурного фонда через IPO или выход вашей компании и сокращение доли фаундера через IPO – это возможность максимизировать стоимость. Как правило, оценки на IPO они выше, чем оценки у фондов. По срокам, в среднем, по разным секторам это занимает рост от стартапа до IPO где-то от 6 до там, 10 лет. Бывают исключения, бывают биотех-компании, которые выходят на этапе стартапов, но в основном это больше для западных рынков характерно. На нашем примере можно сказать, что вот те компании, которые торгуются у нас, здесь два примера, это UTNet и Kiwi, они этот путь прошли там, от 7 до там, 10 лет. То есть UTNet был запущен в 2004 году, когда действительно было 2 человека с ноутбуком, и в 2011 году они дорастили компанию до, собственно, публичного статуса с оценкой в $100 миллионов. Ну, Kiwi тоже все знают, не буду подробно рассказывать. А, собственно, для этого у нас существует сегмент специальный на рынке, рынок инновационных инвестиций на Московской бирже. В этом сегменте существует ряд льгот, связанных с возможностью компенсировать затраты при выходе на публичный рынок, с возможностью получить льготы для инвесторов в вашу компанию и так далее. Соответственно, мы помогаем тоже компаниям находиться на публичном рынке, помогаем коммуницировать с инвесторами и так далее. Сейчас у нас торгуются вот 44 ценные бумаги. Мы сами были в какое-то время стартапом в 2009 году. Сейчас уже суммарная капитализация нашего сектора. И начинали мы, в принципе, с 4 ценных бумаг. Сейчас их 44. А капитализация уже больше 123 миллиардов рублей. И, в принципе, представлено достаточно много разных секторов, в том числе там биотех, IT, интернет. Но в основном, конечно, интересуют IT, интернет и быстрорастущие бизнесы, связанные с B2C, потому что в основном клиентская база биржи – это частные лица, это физические лица, которые торгуют на рынке ценных бумаг, это небольшие управляющие компании, фонды, и им более понятны те бизнесы, которые можно, что называется, потрогать руками. Тем не менее, для тех, кому еще рано на IPO, мы тоже в свое время создали в 2012 году площадку. Эта площадка называется IPO Board, которая реализуется в тесном взаимодействии с Московской биржей и с другими институтами развития. Здесь приведены все партнеры. Собственно, этот ресурс и эта площадка ориентирована на те компании, которые находятся на стадии раннего роста и до стадии при IPO. То есть средняя инвестиция где-то в районе от 500 до $1 миллиона. Интересны инвесторам в основном компании, которые уже имеют какой-то трек-рекорд, уже имеют в своем капитале бизнес-ангела или профессионального инвестора. И это является неким знаком качества для тех инвесторов, которые оперируют на этой площадке. Ну, собственно, здесь приведены преимущества. Это действительно возможность системно подобрать подходящего инвестора, структурировать сделку в формате синдицирования, различные онлайновые сервисы, позволяющие создать инвестиционные документы, тизер, презентацию. В этом году тоже был запущен инструмент онлайн-оценки, то есть вы можете зайти и, в принципе,
в онлайне оценить свою компанию, так как это основной такой камень преткновения при общении с инвесторами. Сейчас больше 600 инвесторов, которые отсматривают эти проекты. В основном это все венчурные фонды, фонды прямых инвестиций, но также есть часть инвесторов, которые перетекают с биржевого рынка. То есть те, кто, у кого уже есть «Газпром», у кого есть в портфеле там, не знаю, там, депозит Сбербанка, начинают интересоваться рынком ранних компаний. Если у компании есть перспектива дальнейшего выхода на рынок, это, в том числе на публичные, для них это интересно. Поэтому наша специфика – это именно наличие большой базы, которая постоянно пополняется тех инвесторов, которые приходят с фондового рынка. А база компаний сейчас свыше 214 компаний, постоянно пополняется, тоже достаточно разные сектора, стадии и, собственно, весь пайплайн. Спасибо за внимание. Здесь контакты, можно зайти, зарегистрироваться и дальше начинать работать собственно, с этой площадкой. Спасибо. Следующий у нас выступает Руслан Тугушев, Boom Starter. Посмотри презентацию, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Руслан еще раз. Есть возможность привлечения финансирования помимо, значит, венчурных фондов, бирж и всего остального. Краудфандинг. Вот. Мне бы хотелось понять, что за аудитория здесь, кто хочет дать кому-то денег на проект? Нет таких, кто хочет получить денег на проект? Ага. Остальные что хотят делать? Ничего, кофе купить. Окей. Значит, есть возможность привлечения денег от людей. Вот. Краудфандинг – это не благотворительность для таких проектов. В большинстве, которые здесь присутствуют, фактически это предпродажа своего продукта, деньги от которых вы можете пустить на, собственно, создание продукта. Американские и западные рынки давно это используют. Сейчас это как бы классическая схема производства продукта такова. Значит, вы долго делаете продукт, у вас есть идеи, презентации, вы с ней ходите целый год, это потом делаете, потом только начинаете продавать и вкладывать в маркетинг. Краудфандинг позволяет поменять процессы. Вы создаете презентацию продукта, берете свой маркетинговый бюджет и вкладываете его на продвижение продукта. Тем самым понимаете, нужен этот продукт рынку или не нужен этот продукт рынку. Если продукт рынку нужен, то у вас осуществляются первые продажи, первые клиенты. Они же дают вам денег, собственно, на создание этого продукта. Вот. И через год, когда вы свой продукт выпустили, у вас уже есть и клиенты, и денег, деньги у вас есть, и все доли в этой компании тоже у вас, значит, тоже у вас. Значит, что такое Boom Starter? Примерно в цифрах это вот такое количество, чуть больше сейчас 70 миллионов собрано, максимальный взнос одного человека это 1 миллион, про 500-300 тысяч это как бы происходит ежедневно, 4 миллиона уникальных пользователей всего прошло через платформу. Ежемесячно примерно 1 миллион человек смотрит на проекты. Вот. Средняя стоимость одного проекта сейчас в районе 500 тысяч. То есть это на создание какого-нибудь там прототипа, первой какой-то там партии. Значит, работает это не как благотворительность. Еще раз повторю, это предпродажа продукта самого. Зачастую продается тщеславие. Это когда упоминание человека происходит, либо компании в самом продукте. Значит, вот такая аудитория у нас. В основном мужчины в среднем возрасте до 25 до 44 лет. Вот, с высоким доходом, потому что, говорю, платежи, на самом деле, нету платежей в 50, 100 рублей, 250, так никто не платит на краудфандинговых платформах. Это одно из заблуждений. Первое место занимает платежи больше 50 тысяч рублей, второе место 1000 рублей, третье место от 5 до 50, четвертое место это 500 рублей. Ну, это не совсем важно. Вот, значит, примерно такая география. В основном это, на самом деле, Москва. Вот, и там другие более крупные.
Значит, здесь можно видеть, что, как и на других платформах в мире, первые места всегда занимают те проекты более-менее на грани творчества и бизнеса. Вот. Потом эти же люди начинают покупать в том числе и технологические проекты, поэтому раздел технологии – это данные на апреле этого года. Они подрастают, потому что у технологических проектов зачастую нету своей аудитории. Вот. А у разделов, таких как фильмы, музыка, издания, уже есть аудитория, поэтому они лидируют в первую очередь. Вот. Но потом люди перетекают в том числе и в другие категории, что вы можете увидеть на таких платформах, как Kickstarter, где сейчас разделы технологий и геймдев, производство игр, занимают лидирующие места. Платят в основном картами. Вот, если вы там чем-то другим занимаетесь, то рост карт идет. Вот, и вот здесь 70%, на сегодняшний момент уже 80%, поэтому все остальные платежные системы потихоньку отмирают. Вот примерный средний взнос здесь по другим. Не совсем, наверное, то, что вам нужно. Это когда люди платят. В основном днем, в основном из офисов они платят. Вот, из дома тоже мало платят. В течение дня недели, вот, важно в основном тем людям, которые уже запустили свои проекты, зачастую в субботу-воскресенье не работают в своей аудитории, хотя там 20% платежей проходит. Это в течение месяца, люди платят в течение месяца примерно одинаково, там на самом деле небольшой, чуть больше в середине, чуть меньше в конце. Так, это, наверное, вот, значит, те люди, которые делают два платежа и больше. Примерно через 16 дней человек созревает для того, чтобы сделать свой первый платеж. Через 3 месяца он делает второй. И потом скорость его взносов постоянно растет. Он все меньше и меньше времени между последующими платежами. В системе есть уже люди, которые у нас поддержали больше 200 проектов. На данный момент лидер потратил больше 1 200 000 рублей на совокупный объем инвестирования. Не инвестирования, поддержки, можно так сказать. О, у меня конец. Вот, соответственно, если вы захотите свой проект запустить у нас, вы можете не обязательно ко мне обращаться, просто нажимайте кнопку «Старт» на Boomstarter, и все. И без участия людей все происходит. Краудфандинг не работает там, где нету конечного продукта, того, что можно предложить человеку. Всего там не 4, там 4 победителя. Значит, всего в... Вот мы чуть не успели просто, сейчас я быстренько забегу. Вот. Значит, там было 4 победителя. Мы работаем в том числе и с корпоративными, с корпорациями, с крупными, делаем с ними совместные проекты с корпорациями. Сейчас работаем с государством как грант-распределители. Значит, там участвовало 49 проектов. Из них, по-моему, 12 собрали деньги, получили дополнительную поддержку, в том числе от Nokia и от нас. Мобильные приложения не очень популярный продукт, потому что как бы стоимость мобильного приложения в обычном мире там 1-2 доллара. Вот, и столько же это примерно должно стоить на платформе. Чек просто гораздо больше, ну, на платформе. То есть если продукт стоит от 1000 рублей и выше, тогда есть смысл. Если он очень дешевый, тогда ну как бы вот. Да, это рублей. Средний чек проектов, который сейчас от 500 в средней по системе, 300 в разделах примерно технологии. Он, эти деньги используются обычно для создания прототипа какого-то первого. Вот зачастую в результате ведения краудфандингового проекта, значит, компании, появляются дополнительные спонсоры внешние. Вот. У нас как бы нередкий случай, когда люди собирали 500 тысяч у нас и получали потом дополнительно 30 миллионов на развитие там. Сейчас я приглашаю Вадима Дьякова, Impulse VC. Он расскажет о стратегии фонда. Спасибо большое. Всем добрый день. Сергей, спасибо за представление.
еще бы кликер, и было бы совсем идеально. Спасибо. Сегодня я хочу рассказать о фонде «Импульс», о нашей стратегии и к чему мы пришли за год работы. «Импульс» — это фонд-инкубатор технологических интернет-проектов, помимо финансирования проектов на ранних стадиях для создания прототипа, запуска первого продукта, мы предоставляем еще инфраструктуру, которая включает офисное пространство, комплексную поддержку проектов в области построения их бизнес-моделей, юридическую, бухгалтерскую практики, что позволяет значительно сократить затраты компании на ранних стадиях и запустить проект более эффективно. На текущий момент мы ориентируемся на финансирование проектов, как я сказал, ранних стадий развития. В данном случае включаются pre-seed и seed раунды, так как наша экспертиза прежде всего ценна именно в рамках построения своего первого продукта, вывода его на рынок. На текущий момент вы можете видеть динамику рынка венчурного финансирования проектов ранних стадий. В 2014 году прогнозируется объем финансирования в размере $64 миллионов на стадии посевной, в районе $200 миллионов на стадии стартапа, уже масштабирования бизнеса. При этом на текущий момент, к сожалению, нет прозрачной статистики по финансированию предпосевных компаний. Сегодня выступит Дмитрий Калаев. Я думаю, что он подробно расскажет о практике финансирования самых-самых ранних проектов. И Бумстартер обязательно поддержит, я думаю, это направление развития бизнеса. Поддержит еще и это направление развития бизнеса. Наш фонд был создан акционерами компании Sape.ru. Sape.ru – это крупнейшая биржа ссылок в Восточной Европе. Это лидер сегмента поисковой оптимизации в России. Крупная технологическая компания, которая, по сути, на уровне глобальном, является по-прежнему стартапом. И, естественно, акционеры Sape и вся команда заинтересованы прежде всего в росте стоимости данного бизнеса. Именно с этим связана наша стратегия. Мы считаем, что мы сочетаем в себе лучшие практики как корпоративного венчурного фонда, так и классического VC. С одной стороны, да, мы предлагаем доступные сервисы для того, чтобы быстро запустить монетизацию своего проекта и проверить основные гипотезы. На текущий момент инфраструктура Sape включает в себя абсолютно все каналы привлечения интернет-пользователей, которые доступны в России. То есть это Sape.ru непосредственно, это система купли-продажи сайтов, ссылок с главных и внутренних страниц сайтов, биржа статей, уже комплексная система автоматизации контекстной рекламы в рамках инфраструктуры была интегрирована в рамках нашей одной из крайних сделок с компанией Елама. PR Sape.ru – это сервис вечных ссылок, SEO Wizard – автоматизация продвижения, Advisor, Action и прочие сервисы, которые позволяют быстро проверить гипотезу именно по привлечению веб-трафика. С другой стороны, импульс – это классические VC. Здесь мы рассчитываем на привлечение проектов из других перспективных направлений, быстрорастущих сегментов интернета, как российского, так и глобального. Здесь мы ориентируемся на работу в течение 10 лет, то есть первые 4-5 лет мы будем финансировать, далее выходить из компании. С точки зрения корпоративного венчурного фонда, да, мы не столь агрессивны с точки зрения потенциальных поглощений. Нам важно, чтобы нашим конечным клиентам, а это более 150 тысяч веб-мастеров, мы могли предложить, с одной стороны, новые услуги, где они могут стать пользователями, с другой стороны, да, использовать их трафик, их контент в качестве объекта дополнительной монетизации, повышая их доход. Итак, текущий портфель. Вы можете видеть на этом графике, что мы ориентируемся прежде всего на сервисные и платформенные решения в области электронной коммерции. Это составляет практически половину нашего портфеля на текущий момент. Одно направление деятельности, как я сказал, интернет-маркетинг. Здесь ключевыми для нас являются технологии в области RTB, оптимизации контекстных ставок, видеонаправление, анализ данных. Второе направление – это технологические проекты, да, так называемый Impulse Digital. Здесь мы финансируем проекты в области тревела, это платформенные решения, в области мобильных разработчиков, сервисы для мобильных разработчиков. Также интересными для нас являются направления Internet of Things, социальное направление Classifieds, где мы можем генерировать большое количество трафика. Четыре основных направления. Данная концепция Time была сформирована впервые в Израиле, включает в себя четыре направления: Technology, Internet, Media and Entertainment. На текущий момент мы покрыли первые три.
С точки зрения технологий мы прежде всего ориентируемся на проекты с большим технологическим потенциалом, на те команды, которые могут принести уникальную компетенцию в наш фонд, помочь другим проектам развития. А с другой стороны, это интернет. Да, мы, безусловно, знаем, что он растет, и в России добивается экспоненциальных темпов роста. На текущий момент в портфеле у нас уже 22 компании. Да, как наглядно показывает этот слайд, мы заинтересованы в привлечении и росте других проектов, поэтому добро пожаловать в наш фонд. Вы можете присылать свои заявки на старт импульса VC. Мы все читаем и стараемся отвечать не позднее, чем через 2 недели. Основные направления, я кратко еще раз добавлю, сейчас что у нас не закрыто и на что мы внимательно смотрим, это технологии в области веб-безопасности, потому что мы хотим предложить нашим веб-мастерам, да, возможности по тому, чтобы обезопасить их сайты от внешних угроз. Спасибо большое. Вадим, спасибо большое. Перед тем, как мы продолжим и перейдем к вопросам, пожалуйста, коллеги, которые сейчас общаются, перейдите в соседнюю аудиторию, там вы сможете продолжить общение. Здесь плохо слышно выступающих. Спасибо большое. А сейчас несколько вопросов к Вадиму. Пожалуйста. У вас будет время в 14 часов после пиццы. Отлично. Уважаемые участники, которые стоят в зоне кофе-брейка, пожалуйста, перейдите либо в зону регистрации, либо в зону, вот комната есть свободная. Вы мешаете выступающим, пожалуйста, уважайте выступающих. Отлично. И тогда следующий я приглашаю Михаила Хрузина. ФПИ РВК. Коллеги, добрый день. Все устали, я постараюсь очень коротко. Я управляющий по инвестициям фонда пассивных инвестиций, плюс председатель правления фонда гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса. Фонд основан в 2009, 59 проектов проинвестировано, 6 успешных выходов, порядка 1 миллиарда уже удалось проинвестировать. Сам фонд пассивных инвестиций напрямую не работает, нам заявки несут наши венчурные партнеры. То есть вот все головные боли по разговору с инициаторами, оформлению, там, проверке финмоделей, бизнес-планов, составлению презентации ложится на их голову. 33 города, 85 венчурных партнеров. Деньги не очень большие, в принципе, это пассивные деньги. Первый раунд 25 миллионов рублей, второй 75 миллионов. Под управлением в этом году активно заработал тот фонд, который находится у нас под управлением, венчурный фонд гражданских технологий оборонно-промышленного комплекса, создан совместно с Раменским приборостроительным конструкторским бюро плюс РВК. И у нас сейчас заработали 2 микрофонда, к концу года их будет 4, по договорам инвест-товариществ. Достаточно интересное новое направление. Ну вот то, что хочу обратить внимание, Softline Seed Fund, облачный сервис, технологии, вот это тоже сюда. Ну вот e-commerce, соцсети, в общем-то, это немножко не наше. Если посмотреть портфель наших проектов, значит, вся информация открыта, вся информация у нас на сайте. Пакет достаточно сбалансированный, что несколько удивляет, но такая вот политика, действительно, что не идти конкретно только в IT или там только в клиентех. Вот информационно-телекоммуникационные системы 22% занимают от проекта. Как мы выбираем проекты? Стандартно должно быть правильно оформлено IP, интересный проект, инновационный, понятные бизнес-идеи, кому продавать. И тут стоит 2 вопроса. Что важнее, команда, рынок? Зависит от раунда. Если раунд А, то команду можно поменять, как это не сложно, значит, говорить. Но рынок в этот момент не переделать. Если стадия только закончился не окор, а идет окор, конечно, команда — это те люди, там 2-3 человека, которые тянут проект. И без них до рынка и не дойти. Соответственно, тоже понимаете. Теперь видение вас и вас инвесторами. Надо понимать, кому идти. Вот первая стадия, все-таки, наверное, это гранты Сколково, Московский пассивной фонд. Все-таки это стадия не окра, и, наверное, наша, вторая, третья.
Как только пошел раунд А, то есть создание производства, ОКР закончен, подтверждение рынка есть, то это уже фонды следующих стадий. Например, вот выступали ребята из Лидера. Вот раунд А, когда пошел кэшфлоу, его можно посчитать, продисконтировать, вот тут вот это их. Второе. Вы можете думать, что ваш стартап стоит миллиарды. Есть некие понимания, сколько это может стоить в голове у инвестора. Вот то, что интернет e-commerce говорят о том, что максимальный размер инвестиций в головах у инвесторов не больше 200 тысяч. Я часто слышал фразы, что вот у нас есть IT-проект, дайте нам порядка там, 10 миллионов долларов и 3 года нас не трогайте. Не проходит. То есть сейчас, наверное, цифра немножко увеличивается, там 200, может быть, 300 тысяч, но все равно в головах у инвесторов вот такие цифры остались. Хотите вы это или не хотите. Дальше как выбирается инновационность? Читаются разные справочники, смотрятся, и надо понимать, что вот то, что в левой части, это уже пройденный этап, это уже поезд ушел. То, что смотрится, все-таки это, наверное, следующее, вот то, что про правая часть. Вот туда инвесторы смотрят и эти проекты смотрят. Ну вот про те проекты, которые запущены, можно посмотреть, все их, они также на сайтах, они там разные победители и генерят выручку. Но надо понимать, что это все очень четкий рынок, четкое понимание и четкий бизнес. Да? Вот то, что там мои коллеги говорили, бизнес, наверное, все-таки это основа. Выдержать на рынке, выжить и начать зарабатывать деньги. То, что касается фонда гражданских технологий и оборонно-промышленного комплекса, вот первый проект, который мы приняли, это все-таки железо плюс софт. В чистый софт ну, пока нет, вот только первый проект, там, операционная система для авионики. Но вот первый проект, чем замечательно, он был поддержан в свое время Московским пассивным фондом, пришел к нам. Соответственно, я тоже, в общем-то, призываю, если есть возможность стать резидентом Сколково, если есть возможность участвовать в там, не знаю, Open Innovation, в различных конкурсах, пройти там Russian Startup Rating, участвуйте, информация о вас, она очень четкая, понятная, и в нашем сообществе она очень распространяется. Как к нам попасть? Напрямую, на сайт, заявку, каждый четверг мы рассматриваем проекты, ждем, ну и, соответственно, самое быстрое закрытие сделки у нас 1,5 месяца. Спасибо. Вопросов нет, спасибо. Следующий выступающий Сергей Еремин, Microsoft Seed Fund. Всем привет. Так, Ликер. Я кратенько вам расскажу про то, как Microsoft работает со стартапами в России с акцентом на наш пассивный фонд. На самом деле, мы с 2006 года активно поддерживаем стартапы. У нас есть целая линейка программ, начиная с программы BizSpark, когда стартап за 10 минут, зарегистрировавшись в программе, может получить все программное обеспечение Microsoft бесплатно для целей разработки. И BizSpark является той базой из нескольких тысяч стартапов, собственно, с которой мы работаем дальше по программам выдачи грантов, по программам помощи с точки зрения бизнеса и так далее и тому подобное. Таким образом, наш пассивный фонд – это как бы такое центральное звено этой программы, потому что это живые деньги, но это не единственное звено. Фонд пассивного финансирования Microsoft существует с 2011 года. Мы выдаем гранты, мы не берем долю в компаниях. Наш возврат инвестиций осуществляется через использование платформы, то есть через использование технологий Microsoft. Выдали уже грантов за это время более чем на 1,5 миллиона долларов, более чем 40 компаниям. Достаточно успешно компании дальше существуют. Я думаю, среди тех имен, которые здесь есть, многие из них вам знакомы. Вот. Ну, как оценить успешность такого рода программы? Скорее всего, через то, как компании чувствуют себя дальше. 15 коммерческих продуктов сейчас уже существует на рынке. 11 миллионов долларов компании привлекли после наших грантов, то есть такой follow-on financing. И то есть, в 7 раз больше, чем мы им выдали денег. То есть очень успешно развиваются. Вот. Если говорить про Generation S, очень красивая история взаимодействия. Скажем, на прошлом финале Generation S 4 из 8 финалистов в категории IT были наши грантополучатели. Это как бы так получилось, просто означает, что реально компании хорошие.
Вот. И Апперкот, который победил в прошлом году и WebReady, и Generation S, до этого за полгода получил грант $60,000 от пользовательского фонда Microsoft. Вот. И, собственно, на те деньги, тот продукт, который он демонстрировал жюри на этих конкурсах, и был сделан на грант Microsoft. Вот идеальный кандидат – это компания-разработчик там, софта в широком смысле этого слова. Это может быть интернет-сервис, это может быть мобильное приложение. Главное, что компания делает бизнес на собственной интеллектуальной собственности, простите за тавтологию. К моменту подачи заявки она уже должна иметь прототип, то есть это не стадия идеи, это должно быть доказательство, что компания умеет делать руками то, что она заявляет. Вот. И, собственно, деньги даются на доработку этого прототипа до уровня коммерческого продукта. Вот. А остальные критерии очень похожи на критерии венчурных фондов, потому что основная наша задача сделать так, чтобы компании-грантополучатели были дальше успешными бизнесами. Мы помогаем в том числе привлекать следующие раунды финансирования, поэтому критерии у нас венчурные. И в жюри у нас участвуют ведущие венчурные фонды, они нам подбирают, помогают отбирать проекты, и критерии используют, естественно, свои. Ну, если говорить про технологии, то в данный момент идеально, конечно, если это планшетное решение, которое поддерживает в том числе платформу, планшетную платформу Microsoft, Windows 8, телефоны, Windows Phone и облачные данные хранит в облаке Microsoft Windows Azure. Здесь, собственно, те фонды, которые нам помогают, участвуют в рейтинговании проектов на финальном отборе, практически все ведущие российские венчурные фонды. И при подаче заявки требуется идентификатор BizSpark, та программа, о которой я сказал в начале. Вот, это просто ничего вам не стоит и дает довольно существенное преимущество. Собственно, я вижу в зале, здесь есть компании, которые там давно участники BizSpark, и ну, много тысяч стартапов в ней уже поучаствовало. И последнее, что я хотел сказать в рамках слайдов, важное. Сейчас мы немножко меняем фокус, точнее, существенно меняем фокус. Мы, если раньше поддерживали проекты в первую очередь B2C, то сейчас фокус немножко сдвигается на B2B, на конкретные индустриальные проекты, потому что у Microsoft есть огромный опыт с точки зрения работы с крупными заказчиками в индустриях. Да? И вот здесь выделено 6 направлений, по которым мы сейчас активизируем работу со стартапами, ищем B2B-продукты, которые могут внедряться в соответствующих вертикалях. Вот. И еще один момент. Кроме денежных грантов, мы умеем также выдавать так называемые облачные гранты. Это ресурсы облака Windows Azure для стартапа в объеме до $60,000 на год. С одной стороны, это, конечно, чуть менее интересно, чем живые деньги, вот, особенно в случае, если вы находитесь на ранней стадии. С другой стороны, если вы уже много денег тратите на хостинг, это очень хороший вариант перенести хостинг Windows Azure, там, год за него не платить, довольно существенно экономить ресурсов, и дальше получаете все преимущества облака, а именно эластичность, возможность работать по всему миру, иметь там, надежное, там, гарантированное хранилище. И процесс, что важно, здесь достаточно простой, то есть вам нужно, по сути, просто написать нам, и если вы находитесь вот на этой стадии, то вы можете претендовать на этот грант, то есть это гораздо проще, чем финансовый грант. Вот, собственно, у нас в конце августа, начале сентября будет очередной анонс по поводу нашего грантового финансирования. Для того, чтобы о нем узнать, у вас есть несколько источников. Первый сайт Microsoft ms-start.ru. Вот, просто можете на него заглядывать и посматривать на новости. Второе – это новости, ну, собственно, там тот же сайт, да, просто есть программа BizSpark, есть страничка фонда. Сообщество Microsoft BizSpark Russia на Facebook. Вот, и если вы вступаете в программу BizSpark, вам регулярно приходит бюллетень участников, в нем, соответственно, новости также есть. Это последний слайд, можем к вопросам переходить. Ну, как говорится, no comments. Мы с вами все живем в этой стране и понимаем, что что-то прогнозировать сейчас невозможно. Да? Да. Да-да. Ну, вы знаете, тут, как вы сказали сначала про образование, потом про социальность, это немножко разные темы. Первое образовательное направление для нас действительно является фокусным. Мы очень активно
смотрим на проекты в сфере среднего образования, в сфере высшего образования. Как я сказал, нам интересно то, что может быть внедрено в образованиях, в образовательных учреждениях. Так, в принципе, B2C проекты образовательные тоже. Но, скажем, Дневникру, который является одним из наиболее известных сейчас образовательных проектов, является стартапом Bespark, и реально очень много поддержки от Microsoft получил, пока был стартапом. Да, сейчас он уже не стартап. Вот. Что касается социальных проектов, здесь немножко другая история. Все-таки мы считаем, что там, бизнес должен поддерживать бизнес, да, социальные проекты там, должны поддерживать государство. Социальные сети. Это, окей. Ну, вы знаете, социальные сети, в принципе, у нас нет никаких, как скажем, больших страхов относительно социальных сетей. Можно смотреть, например, если это очень перспективный проект, который можно погрузить в облако, и он будет там развиваться на весь мир, замечательно. Вопрос о социальной сети в целом сейчас как бы очень все, и мы в том числе, очень с опаской смотрим, да, на социальные сети, просто потому что их много, и в свое время немножко перегрелся рынок относительно социальных сетей. То есть мы здесь так же, как и венчурные фонды, на это смотрим. Так же, как с платформой, да. Да, все правильно. Еще вопросы есть? А сейчас я приглашаю Дмитрия Ковалева, фонд развития интернет-инициатив. Я попрошу Дмитрия рассказать о крупных инвестициях, которые уже в недавнее время были осуществлены. Да, коллеги, здравствуйте. На самом деле, по идее, здесь должен быть вместо меня Максим Штагировальд, наш инвест-директор. Но они сегодня всем инвест-департаментам проходят курс жестких переговоров, так что вам будет тяжелее от них получать деньги. Вот. Я не столько расскажу про вот прямо какие-то наши крупные сделки, сколько пробегусь про весь фонд. Окей. Значит, ну, я так понимаю, что все про фри знают. У нас есть вот эта вот сумма, и мы ее активно инвестируем. Ну и пока ее еще достаточно много, поэтому шансы ваши прийти к нам и взять деньги хорошие, большие. Номер два, я бы акцент поставил, что у нас частные деньги, здесь вот уже несколько фондов рассказывали про себя, то есть это те деньги, которые мы с одной стороны даем, входя к вам в капитал, ну то есть мы берем долю вашей компании, с другой стороны это деньги, с которыми мы достаточно с простыми, скажем так, процедурами и по нашим следам, ну, не ходит счетная палата. Это все-таки акцент, который бы я хотел сказать. Как мы инвестируем? Я думаю, тоже вы уже это слышали. Номер раз, есть предпассивные деньги, которые это фиксированная сумма 1 400 000 рублей за 7%. Это ну, фактически раунд пресид и плюс программа акселерации. Следующий раунд это до 15 000 000 рублей. На самом деле там на всех раундах могут быть синдицированные сделки. Что это значит? Это значит, что не только мы одни можем инвестировать, но можем делать сделки и с ангелами, и с другими фондами. Примерно 30% наших сделок вот раунда сид, там где 15 000 000, делаются как раз не нами в одиночку. Еще один нюанс, который, может быть, от инфраструктурных коллег нас отличает, что мы умеем инвестировать не только в российскую юрисдикцию. То есть это может быть там Delaware, какие-то другие разумные юрисдикции. С ними мы тоже умеем работать. Ну и предельная инвестиция, которая у нас может быть, это до 270 000 000 рублей. На самом деле сейчас закрытые сделки есть только на 45 000 000, но вот готовится еще там на 100 000 000 рублей. То есть чек достаточно большой, который мы умеем делать. Что уже сделано по цифрам? У нас 88 инвестиций вот этих ранних по 1 400 000. У нас 15 инвестиций закрытых сид. Это те, кто дошел до этого шага из 88. На самом деле там просто у нас еще нету выпуска третьего акселератора. Цифра 15 там буквально через пару месяцев увеличится. И на сегодня только одна инвестиция раунда А, но надо понимать, что мы работаем всего 12 месяцев, а инвестиция раунда А в среднем закрывается там где-то полгода, да, там, а в лучшем случае даже, ну, вернее, бывает и больше. Поэтому наша активность на этой стадии еще только будет нарастать, вы это увидите. Но, по крайней мере, акцент, который бы я сейчас хотел сказать, что нас воспринимают как фонд, который дает маленькие деньги, только акселерирует, но мы умеем давать и большие деньги. Так что это тоже хорошо, мы фактически с вами можем пройти рука за руку от первого шага до всех следующих шагов и там больших инвестиций. Ну, в России только мы так делаем.
Недавно буквально узнал из прессы, что мы самый большой фонд Европы, но по количеству инвестиций пока, не по деньгам, а по количеству инвестиций. Но это значит, что мы активнее всех вкладываемся. Я бы просто сказал о том, что многие там и стартапы, и люди на рынке говорят, ну вот все там деньгами трясут, никто не дает. Мы даем, это факт. Несколько шагов про нас, потому что кто-то тоже нас воспринимает, что ну деньги дайте, а потом подвиньтесь, мы сами будем развивать свой бизнес. У нас очень сильная команда, она, на мой взгляд, сбалансирована. То есть у нас пол команды – это люди, которые занимались только инвестициями, хорошо в этом разбираются. Пол команды – это люди, которые делали бизнес в сфере IT своими руками, хороший, успешный, в B2B, в B2C и так далее. И это значит, что мы не только даем деньги, потом наблюдаем, как они растут, а мы активно помогаем командам. Ну, подтверждение того, что мы это делаем, вот, по крайней мере, у меня в акселераторе команды, там, лучшие команды, которые есть, они за 3 месяца, всего за 3 месяца растут там от десятков тысяч рублей оборота или от сотен тысяч рублей оборота до миллионов. То есть, по крайней мере, у меня уже выходило 2 команды, которые делали 2 миллиона рублей месячного оборота. Это, мягко говоря, неплохо. То есть, кто-то уже может считать, что здесь бизнес состоялся. Мы помогаем вырасти в те самые там 20 раз по обороту. У меня есть прецеденты, когда люди росли в 40 раз по клиентской базе, причем там не с одного клиента до 40, а там с 1000 клиентов до 40 тысяч. И это всего за вот эти короткие сроки. Дальше мы тоже не бросаем проект, мы продолжаем с ним работать, мы помогаем ему контактами и всем остальным. У нас уникальные связи и уникальные возможности поддержки. Для понимания, у нас есть связи и за рубежом, и связи с бизнесом, но просто, что в России нету ни одного человека, до которого мы не можем дойти, это что буквально там, по-моему, месяц назад было распоряжение от президента России в сторону правительства по 4 из наших проектов. То есть это для них пуш. Такой поддержки, но если вы найдете другой фонд, который это может сделать, покажите на него, пожалуйста. Ну и скорее, может быть, есть вопросы, контакты тоже мои здесь. Всегда спрашивайте, обращайтесь. Видимо, все про меня все знают, поэтому вопросов нет. Окей, спасибо. Спасибо, Дмитрий. В прошлый раз Дмитрий сказал, что мы не будем менять законодательство специально под проект, а сейчас он говорит, что все возможно. Ну, смотри, комментарий, наверное, следующий, что есть 2 аспекта. Номер 1. Надо соотносить, сколько стоит поменять законодательство и сколько с этого проекта можно получить. Это раз. И второе, что не надо ждать, что изменение законодательства выстроит за вами клиентскую очередь. Вот у меня есть сейчас такой проект, который в акселераторе, он говорит, ну вот вы нам помогите, а мы будем отгружать так просто, отгружать. Я говорю, не, ребят, сначала вы создаете отдел продаж, в котором мы поможем получить клиентов. То есть все равно 60% работы на вас, 40% поддержки на нас. То есть халявы не будет. Спасибо. Дмитрий Пшенин, StartTrack. Добрый день, меня зовут Дмитрий Пшенин. Я являюсь директором по развитию площадки StartTrack. Собственно, непривычно на самом деле мне выступать. Обычно я смотрю проекты и смотрю, как пичут команды, и наблюдаю, и потом с ними общаюсь. Вот. Но теперь сегодня я выступаю перед вами и хочу рассказать о нашей площадке. Собственно, что такое StartTrack? Это площадка по привлечению венчурных инвестиций в стартап. Исторически мы создавались как площадка, как краудинвестинговая площадка, где частный инвестор, у которого есть $100, может зайти на наш сайт, забить реквизиты банковской карточки, нажать на кнопку «Купить бизнес», и в ту же минуту он бы стал инвестором и акционером компании. Но законодательство не позволяет нам работать пока в полном объеме, работать с малыми суммами. Мы работаем с частными инвесторами, там средний чек от 1 000 000 рублей. Несмотря на это, у нас уже есть небольшие достижения. За 4 месяца активной работы мы заключили, через нас прошли 4 сделки. 2 из них были в публичном доступе, вы можете посмотреть в интернете о нас. 2 еще прошли в закрытом режиме. На общую сумму где-то 25 миллионов рублей. Как нам это удалось? На самом деле мы активно работаем с нашей инвесторской базой. Мы знаем наших инвесторов лично. У нас 130 аккредитованных инвесторов.
Из них 110 – это частные инвесторы, с которыми мы общаемся там, раз в неделю, по крайней мере, узнаем их фокус, мы понимаем их потребности, какие проекты им нужны, и это позволяет нам вот быстро реагировать на возможности проинвестировать в проекты. У нас, ну, помимо 130 аккредитованных, есть еще база неаккредитованных, это около 2000, которые тоже получают информацию о проекте, и если там появляются запросы, мы тоже их как бы сводим с проектом и инвестором. У нас мы вышли на уровень на 2 встречи между проектом и инвестором в день. Наш инвестиционный потенциал составляет порядка 500 миллионов рублей, которым вы можете воспользоваться, если там будете соблюдать определенные правила, требования, которые применяются в данном инвест-сообществе. То есть мы предполагаем, что проект, который с нами работает, он должен с нами пройти собеседование, должен раскрыть информацию о себе, пройти службу безопасности, и после этого мы размещаем его на нашей площадке. Собственно, какие вообще требования к тому, чтобы проект долго там находился, и мы его не вытянули через неделю, там, через две. То есть он должен раскрывать информацию о себе. Вот мы собираем вот такие метрики, показатели, последние данные о проектах. И, то есть мы, по сути дела, торгуем вашими цифрами, вашими данными, бизнес-показателями, инвесторам. Все, что происходит, инвесторы узнают там, буквально там, раз в две недели мы собираем информацию, эта информация доходит до инвесторов. Эти сигналы позволяют нам ускорять процесс привлечения инвестиций. Собственно, если вы согласны на эти требования, то мы гарантируем по две встречи, там, первые три недели после аккредитации на нашей площадке с инвестором. Ну и, возможно, в принципе, инвестиции там, ближайшие там, до трех месяцев, если вы выполняете наши требования. В принципе, буквально все. А если какие-то есть вопросы, готов на них ответить, либо пообщаться с вами там, на нетворкинге, либо нет еще. А вот в том-то и дело, у нас, я уже говорил, у нас 130 аккредитованных инвесторов. То есть это не просто они там зарегистрировались на площадке, а мы с ними провели встречу, мы с ними договорились, что мы работаем по такой схеме, они согласились. То есть у нас, ну, мы берем не всех инвесторов, мы тоже их аккредитовываем, они тоже проходят службу безопасности, и тоже берем не всех. Поэтому, в принципе, вы можете быть гарантированы, что инвестор согласен на эти условия, и гарантированно, то есть мы даем гарантию на то, что инвестор попадется там какой-нибудь там черный инвестор, который захочет захватить ваш бизнес. Вот как бы так. Коллеги, а сейчас я приглашаю Александра Бородича. И он расскажет о закрытом клубе инвесторов Venture Club. А чем? Тут утащили. А, вон, Александр. Добрый день, меня зовут Саша Бородич. Я живой ангел, а когда-то я был предпринимателем, поэтому, слушая предыдущих ораторов, я слегка в шоке. Я не уверен, что если бы я был предпринимателем, я бы хотел две встречи в день или две встречи в неделю с потенциальными инвесторами. Я бы, наверное, предпочел, чтобы я занимался проектом, а каким-то фантастическим образом, конечно же, деньги рано или поздно пришли. 3 месяца – это хорошо, 9 месяцев – среднее время раунда, наверное, тоже хорошо. Поэтому единственное, чем в целом, наверное, мы отличаемся, вот этой строчкой, ее нужно там запомнить, подумать над ней там внимательно. Мы умеем закрывать сделки, в отличие, наверное, от всех остальных, очень-очень быстро. Наверное, потому что у нас нету 130 аккредитованных инвесторов, у нас закрытый клуб бизнес-ангелов, который умеет инвестировать вместе в хорошие проекты. Я вам немножко подробнее про него расскажу. Собственно, мы не знали, где взять ангелов. Ну, в смысле, мы там друг друга знаем, но нас очень мало. Нас там буквально 10-20 человек в Москве,
все друг с другом знакомы, да и вы, наверное, половину из нас точно знаете, там, если не лично, то видели. Но физически мы не можем совершить инвестиции во все проекты, которые нам нравятся. У нас, наверное, лично не хватит денег. Поэтому мы решили объединиться в этом году и создали этот самый закрытый клуб бизнес-ангелов, который называется Venture Club. И прошлись по регионам и нашли всех других желающих стать ангелами, чтобы они присоединялись для начала хотя бы к нашим сделкам. Если Саша Бородич, Игорь Рябенький, Игорь Мацанюк поверили в проект и инвестируют в него, мы даем возможность другим бизнес-ангелам в этот проект тоже соинвестировать. Собственно, зачем это вам? Зачем это нам? Это в целом понятно. Вам это за тем, что, наверное, если мы участвуем в раунде и даем вам деньги, это такая маленькая меточка, что как минимум мы проверили и поверили в вашу бизнес-модель, и она, поверьте, достаточно много значит, наверное, не для вас, но для инвестора следующей стадии. Фонду, который заходит после нас, ему очень важно понимать, кто ваш сегодняшний инвестор. И я вам предлагаю, чтобы вашим сегодняшним инвестором был кто-то из знаковых ангелов. Потому что если они поверили в вас, поверьте, там следующий фонд пойдет задавать вопросы уже не вам, а ангелу. Вам будет гораздо легче привлечь следующий раунд. История нас рассудит, мы существуем там буквально несколько месяцев, мы за это время успели уже, естественно, там позакрывать какие-то сделки. По-моему, виджет через нас привлек деньги. Соответственно, посмотрим, какие будут следующие раунды, но мне кажется, что мы умеем делать две вещи. Мы умеем деньги давать крайне быстро, и мы считаем, что наше нахождение в вашем проекте увеличивает вашу оценку. Если, конечно, вам она важна, мы надеемся, что она вам важна. Собственно, мы синдицируем в среднем, стараемся брать от одного ангела в районе 50 тысяч долларов. Мы считаем, что средняя сделка в Venture Club — это от 100 до 200 тысяч долларов, соответственно, там от 1 до 4 ангелов. И мы стараемся весь процесс уложить в 3 недели, из которых неделя уходит на подготовку работы с вами. Собственно, все то же самое, что берут все площадки, берут, соответственно, условные трекеры Venture Club из вас. Мы из вас вынимаем все, что вы знаете про финансовые модели, все, что вы знаете про свою бизнес-модель. Мы за вас оцениваем рынок. Мы не верим в ваши оценки рынка, мы не верим в вашу бизнес-модель. Соответственно, мы смотрим вам в глаза для того, чтобы защищать ваш проект потом, соответственно, на встречах Venture Club внутри, а потом на очной встрече с вами. Если все прошло хорошо, то через 21 день у вас есть подписанный термшит. Наверное, попасть к нам на площадку нелегко. Ну, в смысле, нельзя заполнить просто форму и быть уверенным, что мы вас там где-то опубликуем после проверки. Да, наверное, самое ужасное, что в нас есть, это то, что если мы сделали первичный анализ вашего проекта и в него не поверили, то он не появится на этой площадке. Но это не наша цель. Зато если мы поверили, поверьте, мы там раунд закроем. Собственно, у нас есть какие-то там люди, которые умеют оценивать с финансовой точки зрения и с бизнес-точки зрения то, чем вы занимаетесь, умеют сами привлекать деньги, умеют, соответственно, звать друзей, синдицировать. Внутри у нас, конечно, тоже есть какая-то прекрасная информационная система, через которую мы там друг с другом общаемся. Вы видите ангелов, которые там вкладывают в вас. Но это не суть, не в самой системе. Наличие этой системы, поверьте, не делает, так сказать, возможным закрытие сделки. Сделка закрывается, есть у нас эта система, нет этой системы. Если ангел решил вложить в ваш проект деньги, он вложит. А его решение там зависит от встреч, которые там проводит Venture Club. Сначала без вас, потом с вами. Собственно, как к нам попасть? К нам попасть очень легко. Значит, первое. Вот здесь есть важное слово. Единственное второе слово, которое надо выяснить для себя и, наверное, запомнить. Мы очень хотим, чтобы вы к нам пришли с идеей бизнеса, а не стартапа. С идеей бизнеса, а не стартапа. Если вы строите бизнес, вероятность получения от нас денег возрастает многократно. Если вы нам рассказываете историю, что сейчас вы нам дадите деньги, потом следующий фонд даст деньги, потом через 2 года третий фонд даст деньги, и на 5-й год у нас будет 1 000 000 пользователей, мы научимся их как-нибудь монетизировать на 6-й, наверное, мы в вас не поверим и, как следствие, не сможем вам помочь. А мы бы очень хотели. Поэтому единственная просьба к вам, пожалуйста, занимайтесь бизнесами, а не стартапами. Тогда поверьте, мы умеем, правда, быстро, легко давать вам деньги. Соответственно, мы смотрим практически все стартапы на любом конкурсе. Кто-то из наших ребят присутствует либо в жюри, либо среди трекеров. Мы вас видим. Где бы вы там ни участвовали, там, если сейчас это WebReady, значит, мы отсматриваем все проекты WebReady, мы отсматриваем все проекты Founders Institute и прочих-прочих акселераторов, которые проходят в России. И если хоть где-то есть интересный проект, мы обязательно на него выйдем сами.
Если вдруг вам кажется, что мы почему-то на вас не вышли, а вы интересный проект, напишите нам на ventureclub.ru. Естественно, есть полосочка для стартапов. Там можно оставить заявку, мы обязательно с вами свяжемся. Собственно, виджет, считайте, первый пример успеха. Подождем еще несколько недель, узнаете еще о нескольких примерах успеха. Если наш темп будет соответствовать заявленному, мы собираемся выйти в этом году на 2 сделки в месяц, в следующем году на, соответственно, сделку в неделю. Мы считаем, что больше нам не нужно, нам кажется, что это хороший темп, это недели, а не месяцы, и в целом, на самом деле, от вас не так-то много нужно. От вас нужно, чтобы вы хотели заниматься бизнесом, занимались им, меньше ходили на такие мероприятия, делали трекшн, а мы сделаем все остальное. Наши связи, наши возможности, поверьте, расширяют возможности вашего бизнеса многократно. Но все площадки хорошие, везде нужно участвовать. Мы, наверное, как платиновая карточка, отличаемся от золотой и обычной. Поэтому, если вдруг с нами не получилось, идите ко всем остальным, обязательно где-нибудь получится. Рано или поздно вы запивотитесь в бизнес, и мы вам снова поможем. Вот, собственно, все. Вопросы? Мы не фонд, поэтому у нас не может быть фокуса. У нас не может быть фокуса. У нас есть ангелы. У каждого своя область профессиональных интересов. Соответственно, к нам можно попасть, либо ангел принес свой проект, либо вы пришли, и кто-то из наших ангелов сказал, я буду лидом в этом проекте. Мы рассматриваем очень разные проекты. Сейчас мы смотрим и технологические проекты, и производственные проекты, которые условно можно назвать венчурными. Там, если кому-то нужно, я в перерыве расскажу, чем отличается венчурный проект от обычного. Фактически, давайте так, если это быстро растущий бизнес, оценка которого может расти по экспоненте, то приходите к нам, разберемся, поможем.